давай посмотрим. Так. Господи, Гульвейк. Что ты ей скажешь? Гульвейк? Матери. Что ты не успел сказать? Я, наверное, я просто хочу узнать, как она там. Она мертва. Да знаю, я тебе не понять. Как и тебе. А. Блин, в соседней стороне что ли идти? В соседнюю заводь, я не знаю, как правильно. Куда идти? Так. Куда? Я был счастлив, что у меня такая верная команда. А ты что? Ничего? Давай, всё поехали. Было сказано. А все то, что мы пережили. Как к нам явился тот странный тип. Как мы говорили с мировым змеем. Мы столько всего сделали. Не я важно. Хочу ей об этом рассказать. А ты? Что бы ты еще сказал? Что у нас все в порядке. Чтобы не переживала. Трей, я тоже по ней скучаю, ты знаешь. Ты говоришь, я ничего не знаю. Так. Еще немного. Собрали. Последнее. Да. Можно отдать их призраку. Может, он и сдержит слово, и тогда... Да знаю я, что она не вернется. Знаю. Просто... Неважно. Давай отнесем кости. Важно, не важно. Надо делать. Надо делать, если это сюжетная линия как-то немножко помогает хотя бы для развития сюжетной линии. Надо делать. Я из-за вас дракона где-то наверху похерил. Я не знаю, почему его нет, но он там должен быть. Не знаю. Дракошка. Кстати, у меня больше 100 подписчиков, и это уже приятно. Приятно, что меня кто-то смотрит. Приятно, что кто-то тратит свое время на просмотр моих видео. Для кого-то это важно, да, новый взгляд, новый вид на то, как проходят ту или иную игру. Что не только брендовые, трендовые игроки, которые, так скажем, ну, я не знаю, даже по-рукогански, которые в масте находятся. Нет, которые просто смотрят таких, как я, канал. Так.
Давай. Не знаю, глюк какой-то произошел из него. Резец уже рядом, за этими вратами. Сзади! Еще один! Порвал. Как тут же. Ну как? Ты молодец. Отец, может, все же поищем эти кости? Зачем? Ты не слушал? Мы сможем поговорить с мамой, если поглядывать по сторонам. Ищи, если хочешь. Я не стану отвлекаться на пустые затеи. Куда, 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 куда? Мы собрали останки твоей женщины-призрак. Покажи обещанное колдовство. Ах, моя Гульвик вновь цела. Встань, милый Гульвик! Проснись, о могучая Гульвик! Эвни укорбитьяст. Она выполнит нашу просьбу. Эльди Фагнам. Эльди Фагнам. Артей. Ин Гаудер. Ин хрен знает что. Мальчишка. И это тоже верно. Но все нечего благодаря смотреть мне. На меня волком. Это будет тебе урок. Ясно. Поехали. Поехали вперед. А что это за резец такой особый? Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост,
был, несомненно, лучшим каменщиком, какого видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударит сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь. Интрига. Так, надо Игоря Талькова послушать срочно. О, я никакой невменяемый, честно скажу вам. Эту игру и так-то пора заканчивать. Уже время 2 часа, я хреначу. Ты рубил его? Ой. О, нет, он упал на деревню? Да. Когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. Впереди враги. Увидимся в следующем видео. Пока. Беги, враг. Готово. Ну давай посмотрим. Так. Что ты ей скажешь? Гульвейк? Матери. Что ты не успел сказать? Я... Наверное, я... Просто хочу узнать, как она там. Она мертва. Да знаю! Я... Тебе не понять. Как и тебе. А. Блин, в соседнее строение, что ли, идти? В соседнюю заводь? Я не знаю, как правильно. Куда идти? Ой.
Так. Куда? Я был счастлив, что у меня такая верная команда. А ты что? Ничего? Давай, поехали. Было сказано. А все то, что мы пережили. Как к нам явился тот странный тип? Как мы говорили с мировым змеем? Мы столько всего сделали. Не важно. Я хотел об этом рассказать. А ты? Что бы ты еще сказал? Что у нас все в порядке. Чтобы не переживала. А Трей, я тоже по ней скучаю. Ты знаешь. Ты говоришь, я ничего не знаю. Так. Еще немного. Собрали. Последнее. Да. Можно отдать их призраку. Может, он и сдержит слово, и тогда... Да знаю я, что она не вернется. Знаю. Просто... Неважно. Давай отнесем кости. Важно, не важно. Надо делать. Надо делать, если эта сюжетная линия как-то немножко помогает хотя бы для развития сюжетной линии. Надо делать. Я из-за вас дракона где-то наверху похерил. Я не знаю, почему его нет, но он там должен быть. Не знаю. Дракошка. Кстати, у меня больше 100 подписчиков, и это уже приятно. Приятно, что меня кто-то смотрит. Приятно, что кто-то тратит свое время на просмотр моих видео. Для кого-то это важно, да, новый взгляд, новый вид на то, как проходят ту или иную игру. Что не только брендовые, трендовые игроки, которые, так скажем, ну, не знаю, даже по-рукогански, которые в масте находятся. Нет, которые просто смотрят таких, как я, канал. Так. Не знаю, глюк какой-то произошел, видимо. А, славно. Резец уже рядом, за этими вратами. Давай.
Давай, 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 давай. Бей его, бей его, твари. Бей. Сзади! Еще один! На. Порвал. Как тут убьешь? Ну как? Ты молодец. Отец, может, все же поищем эти кости? Зачем? Ты не слушал? Мы сможем поговорить с мамой. Если поглядывать по сторонам... Ищи, если хочешь. Я не стану отвлекаться на пустые затеи. Куда, 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 куда? Мы собрали останки твоей женщины, призрак. Покажи обещанное колдовство. Ах, моя Гульвик... Вновь цела. Встань, милый Гульвик! Проснись, о могучая Гульвик! Эвни укорбитьяст. Она выполнит нашу просьбу. Эльди Фагнам. Эльди Фагнам. Артей. Ин Гаудер! Ин хрен знает что. Мальчишка. И это тоже верно. Но все благодаря мне. На меня волком. Это будет тебе урок. Ясно. Поехали. Поехали вперед. Что это за резец такой особый? Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост, был, несомненно, лучшим каменщиком, какого видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударит сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь. Интрига. Итак, надо Игоря Талькова послушать срочно. О, я никакой, я невменяемый, честно скажу вам. Эту игру и так-то пора заканчивать. Уже время 2 часа, я хреначу. Ты рубил его? Ой. О, нет, он упал на деревню? Да,
Когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. Впереди враг. Готово. Нормуль.